Вот я стою на трассе. Впереди это город Тарас, Кимпром. И вот оттуда позади меня это Оса, в сторону Осу. И вот здесь организовали новый скотный рынок. Малбазар сейчас он называется. Раньше он был там, где, помните, где Толчок был. А сейчас сюда перенесли его. Сегодня воскресенье, да вот утром здесь очень было много скота, народу было. А сейчас уже все разъехались. Утром я не смог приехать. Вот такая здесь обстановка.